Везде, вот здесь температура плюс 4-5 в бетоне. Да у вас по периметру минус. А минус по периметру, потому что все здесь вот не тенты, а одни паруса, ты понимаешь, что здесь? Тут все дует и колышется, вы никогда не согреете. Выйди, посмотри по периметру. А ты, они у тебя здесь лопатами убирают вот непонятно чего. Еще раз. У тебя внизу ни одного огнетушителя, где пушки стоят. Ты знаешь об этом, нет? Нет, я. Нет, я там был один. Один. Ма, вот такой он. Теперь şeyler. Yangın söndürücüler yok bir aşağıda. Yangın söndürücüler burada. Там тоже, где пушка есть, там один пушек. И ни одного человека нет, который смотрит, чтобы там, не дай бог, ничего не взорвалось. Ни одного нет. Вот стоят пушки и все. А кругом вот такая вот фигня. Нет, там 400 человек только. Я только что оттуда. Я только что оттуда. Ага. Вот я только что оттуда, или нет? Даже я не хочу, чтобы мы, значит, чем закончили, это нехорошим. Вы чего, друзья, делаете? И меня интересуют все пушки только на наружный периметр. По, вот по одной внутри, остальное все только на наружу. Вы никогда не отогреете. Я у нас здесь шарлары все понял. Только наружный. Хорошо. А вы что, сами этого не знаете? Все, Birer tane odalarda kalsın. Меня интересуют два вопроса. Первый, это чтобы все паруса закрылись снаружи, и чтобы все пушки работали только на периметре. Я говорю, принесите мне журнал, который лежит у вас здесь в офисе. Мы журнал не видим, мы проверяем. А почему вы не вели журнал? Мы три раза делали съемку теперь. Да вы хоть 33 снимайте мне, покажите журнал. Или человека, который за это отвечает. Блять, вы его или ведете, или не ведете? А помнишь мне, не надо? Нет, мы без журнала проходили через 2 метра. Мурский, напоминаю, что такое порядок и регламент прогревочных работ. Напомните еще раз. Нет. Не надо? Что вы тут, я не понимаю, блядь, штаны друг другу вытираете? Ночью кто остается на режиме? Бабушки. Кто? И где он? Сейчас дневной. Так, журнал мне сюда и бабушкина. Что, Тюрин? Кто ночью остается? Остается Кокович Андрей, сегодня в ночь. Он еще один прораб, Звичнов Серега. Значит, Андрей, мне нужно каждые 2 часа смс по температуре. Мы до полдвенадцатого. Ну, до 12. Каждые 2 часа. Пока метро не закроется. Когда бетон принимаем? Блять, я плюну, я сам его приму. Можно 5 минут поговорить. Такую организацию мы его никогда не примем, Асель. Все пушка поставили. Ну, слава богу, это я сам только что об этом сказал. А то вы тут греете середину. Я не хочу, если бетон холодно, если мы заливаем, это как там опалка поднимается, бетон лишь будем иметь. Юрбюс, когда будет бетон? Если ты мне скажешь через час, я подожду. Он будет завтра или не будет его завтра? Когда будет? Можно через час, я спрашиваю еще раз, если посмотрим все кайды. Надо объясни мне, почему все это время пушки стояли внутри? Почему не было наружу пушек? Объясни мне. Почему снаружи паруса летают? Я имею в виду тепловой контур ваш. Юрбюс, не надо тебе рассказывать что-нибудь или не надо? Если я придумываю, ты скажи, Иван Николаевич.
Все не так, вы неправильно говорите. Нет, неправильно, я не помню. Если еще добавлять. Я подожду час, хорошо. Кто через час пройдет из вас? Кто? Сейчас время 9. В 10 жду у себя. Значит, один дежурный остается, не надо его не трогать. Оставайся здесь. Оставайся здесь, еще раз повторяю, мне через каждые 2 часа мне нужна смс. АМЖ отыгрывай, чтобы они заводом заканчивали сегодня. 9 часов заявки там, человек наш был. А заявка для чего? Есть. Саш, ну что заявлять-то? Куда заявлять? На низком старте будет ждут, тогда чего? А всю ночь, что ли? Не отменяешь еще. Не надо отменять, до 9 утра бесполезно. Он за 10 часов не отогреет. Кому отдают, тому возвратите. Дебилы, блядь. Так, Гербюс, мы от бетона отказываемся. С завода человека снимаем или нет? Да вы не отогреете за 10 часов, это понятно, надеюсь, нет? Нет. Смысл держать человека-то? Адам не сахляк, можно сахлам я. Сахлам, а сахлам, сахлам, сахлам. Еще это централ дома? Да. Yani şöyle söyleyeyim, bir dışarıda bir deneyelim kendisine dediği şekilde. Şimdi наружим все ставим, попробуем. Вот у нас внутри температура плюс 5. А чего вы сами это не додумались на периметр поставить? Я вот не понимаю, блядь. Асиф, дорогой. Ну какой ставили, блядь? Ну я вот не понимаю тебя. Снимаем человека с завода или оставляем? Один час оставляем потом. Хорошо. Саш. Значит, через час скажу по бетонному заводу. Через час у меня там внизу. Ага, хорошо. И еще раз повторяю, 2 вида работы у вас, господа. Первый, это внизу стоят люди на пушках, а второй, это утепляют весь этот контур в том виде, в каком он должно быть. И всех прорабов, всех наружу, чтобы, не дай бог, не улетел никто никуда. Не дай бог. Понятно, нет?